Финальным аккордом в праздновании юбилея нашего региона стал большой концерт в центре Мурманска. Он собрал сотни жителей и гостей города. Радость северян поддержала группа «Любэ». Большой концерт, посвященный 85-летию со дня образования Мурманской области, состоялся на площади «Пять углов». Для всех гостей праздника выступили лучшие творческие коллективы города и региона. Море танцев, песен и позитива было на сцене. А на площади люди активно признавались в любви нашему северу и поздравляли Мурманскую область с днем рождения. У меня вся жизнь прошла здесь. Я здесь закончила школу, вышла замуж, родила детей. Сейчас вот внуки растут. То есть Мурманск – это мой. Что бы Мурманской области пожелали сегодня? Процветания и благополучия. Хочу пожелать Мурманской области юбилеем, пусть она процветает, долгие жизни лет ей, чтобы было много чего красивого в городе. Ну и самое главное, чтобы у каждого жителя было здоровье и благополучие в семьях. Давно живем здесь, так что все хорошо, дай Бог дальше прожить еще столько. Север мы любим за бесконечную красоту ее природы, за непредсказуемость, за то, что вселяет в людей уверенность и поддерживает их. Поздравляем Мурманскую область с 85-летием, желаем ей бесконечного процветания. Поздравил жителей региона и губернатор Андрей Чибис. Поздравляю нашу область с юбилеем. Президент нашей страны отметил, что люди севера очень сильные и мощные. Сегодня наша область вновь развивается, мощно развивается. У нас строятся уникальные производства, делаются инфраструктурные проекты. Мы создаем новые рабочие места, строим садики, школы, приводим в порядок наши города и поселки. Сразу после речи губернатора настало время большого концерта. И его на сцене сменили приглашенные артисты. Группа «Любэ» исполнила свои главные хиты, столь любимые многими и, конечно, которые все знают наизусть.